кто, где, когда. Сайвак Ханагян – победитель проекта «X-Factor». После успеха в Киеве его песни стали сверхпопулярными. А поклонники теперь хотят видеть его в различных уголках, ну и родина не исключение. Все его авторские песни я уважаю, люблю. Я и ты. Интерес к музыке у Сайвака появился, когда он слышал, как отец играет на аккордеоне. Но о сольной карьере задумался недавно. Это уже третий концерт Сайвака Ханагяна в Армении, но билеты давно проданы. А пока узнаем, какое настроение у наших зрителей. Добрый вечер. Я ожидаю услышать такой душевный, чувственный концерт. По-моему, он очень хороший певец, и он поет очень искренне. Зрители в ожидании, а артист готовится. Сайвак родился в Армении, в области Ташир. Певец даже посвятил малой родине песню, которая называется «In Fighton». Сегодня перед концертом удалось пройтись здесь по улицам. Просто отличное настроение, хорошая погода, добрые люди подходят, все здороваются, обнимаются, фотографируются. Только положительные эмоции, как еще на родной земле может быть. Организаторы концерта не ожидали такого успеха в Армении. С творчеством Сайвака Ханагяна совершенно случайно познакомился, просматривая, как сейчас, наверное, все в Ютубе, случайно наткнулся, и очень мне понравилось. Каждый хочет сохранить в собственном архиве кадры сегодняшнего концерта. Ну и я не исключение. Держись, шоу-биз!